ходе мониторинга интернета сотрудники полиции выявили видеоролик. На записи было видно, как водители «Мерседеса» и «Тойоты» грубо нарушают правила дорожного движения в Олимпийском парке. Водителей сотрудники ДПС задержали. Ими оказались 19- и 20-летние жители Республики Абхазия. По их словам, дрифт был посвящен женитьбе брата одного из нарушителей. В отношении нарушителей составлено сразу 4 административных протокола по различным статьям, таким как выезд на полосу встречного движения, нарушение правил разметки, тонировка стекол. В настоящее время материалы переданы в суд для решения вопроса по существу. Нарушителям грозит крупный штраф и лишение водительских прав. Штраф автохулиганам грозит в размере до 5000 рублей, а вот правом управлять автомобилем лихачей лишат на полгода.